Добрый день, дорогие друзья! В эфире солнечная передача «Куншлаг», и с вами я, ее ведущая Лаура Бекплатова. На календаре 30 сентября, среда. Пусть сегодняшний день принесет вам только положительные эмоции. Проведите этот день так, как желает ваше сердце и душа. Приятного вам просмотра нашей передачи. Творить добрые дела невероятно просто. Добро не измеряется деньгами. Порой не требует много времени и сил. Главное начать, так как это сделали гости нашей сегодняшней передачи. Итак, встречаем. Тимур Султангалиев, блогер, автор канала. Александр Лопардин, оператор. Арман Сулейменов, волонтер. Я рада вас приветствовать сегодня в нашей передаче. Надеюсь, настроение у вас такое же солнечное, как и сегодняшняя наша погода. Расскажите, пожалуйста, ребята, для начала, вот с чего все началось? То есть чья это была идея открыть такой канал на Ютубе, снимать именно социальные ролики, помогать нуждающимся людям и все это выкладывать именно в социальные сети? Здравствуйте, Лаура. Ну, в общем, смотрите, как я пришел к этому вопросу. Да, честно сказать, лет 10 назад я сам себе творил добро.
не на камеру, а просто сам по себе. Угу. Элементарно переведешь бабушку через дорогу, там поможешь. Уступишь место. Да, угу. Уступишь место, поможешь там. Бывает, бабушка подойдет в магазин, ей не хватает, скажем, на хлеб элементарно, собирает копеечки там. И бывает, скажешь, там, бабуль, давайте вам куплю что-нибудь. И помогаешь, и элементарно даже можешь что-нибудь еще побольше выделить, 500 тысяч тенге, угу. В принципе, не жалко. И как-то с каждым разом все это накапливалось. Но потом, буквально в этом году, мне на просторах интернета, на просторах Ютуба, и я наткнулся на несколько YouTube-каналов российских блогеров, которые творили вот добрые дела, реально. Uh-huh. То есть они снимают все на видео, ходят по семьям, там, допустим, малообеспеченным, uh-huh. Или нуждающимся, да, нуждающимся, uh-huh. Ходят, помогают, скажем. Они рассказывают о своей ситуации, там, допустим, какие-то у них проблемы финансовые или что-то еще. И обсуждают они, допустим, и приходит к какому-то выводу. Mm-hmm. То есть в виде мини-блога первая серия знакомства, потом затем следующий этап — это уже непосредственно помощь и как-то до счастливого конца. То есть и параллельно у них какие-то социальные проекты бывают, и то есть раздача хлеба, что-нибудь еще, помощь. Mm-hmm. И, то есть mm-hmm. мотивировать человека на добрые дела. И я очень много таких каналов встретил, и мне это очень вдохновило. Буквально вот с января, и я как бы поставил себе цель вот в этом году что-то подобное открыть уже на просторах Казахстана. Mm-hmm. И ну вот какой главный посыл вот несет? Ну, самый главный посыл – это не как вот многие думают сейчас вот про меня. Ради пиара, ради раскрутки. Там раскрутки, mm-hmm. какого-то личного заработка. Это, не знаю, само собой, я нуждаюсь в какой-то отдаче от uh-huh. этого проекта, чтобы, не знаю, все равно... Чтобы, отдача... наверное, побольше вдохновить людей, да. на добрые uh-huh. дела, с этой целью, да? Да, самое главное, ну, это мотивировать людей uh-huh. на добрые поступки, чтобы не думали только о себе, скажем, да, о себе и своей семье, и о своем окружении, своих близких, родных, но и думали, что есть в городе очень много людей, которые нуждаются, немного поменять их мышление. Вот у меня такой посыл, так сказать, и стараться мотивировать людей. Угу. Вот мне это очень вдохновляет, реально. Вот от всего сердца я стараюсь. То есть вы стараетесь не обращать внимания на таких, скажем, негативные комментарии, угу. которые иногда, да, поступают в ваш адрес. Ну, само собой. Когда... Людей, которые вам говорят. Наверное, на улице подходят, да, когда вы снимаете такие? Ну, на улице такие... пока до такой популярности я еще не поднялся, но... Но на просторах когда интернета... Когда снимаете именно такие видео, ну, на просторах Александр сейчас расскажет нам. На просторах интернета, вот сейчас, когда мне пишут комментарии, все равно уже мнения разделяются. Одни поддерживают, допустим, молодец, там что-то в этом роде, а другие все равно уже какие-то негативные. А вот как сами люди относятся к тому, что вы их снимаете? Ведь не каждый хочет именно не каждый, да. афишировать, да? Угу. Ну, бывает, свои какие-то нужды, все равно процент выкладывали, даже фотографироваться не хотят, mm-hmm. не то что там их на видео снимают. Ну, скажем, когда мы снимаем непосредственно... То есть по их соглашению, да, по их доброй воле. То есть. Допустим, mm-hmm. когда берем непосредственно какую-либо семью, и мы заранее договариваемся с ней, то, что мы будем снимать, будем проводить съемки, то, что mm-hmm. согласны ли вы? Да, mm-hmm. согласны ли вы? Я дополню еще, mm-hmm. даже чаще всего они сами желают рассказать свою историю о том, как они живут, но, в принципе, mm-hmm. с посылом о том, что они реально нуждаются в помощи. И чаще всего все ролики, которые мы снимали про всех семей, они действительно нуждались в помощи. То есть, и еще хотел сказать насчет негативных комментариев. Везде есть негативные комментарии, в принципе, под каждой программой, но здесь скорее слегка необоснованно в том плане, что Тимур никакую выгоду с этого получить не может. Но, как я понимаю, его основная альтруистическая какая-то идея – это то, что показать, что и направить людей к тому, чтобы они помогали, в принципе, нуждающимся людям. Вот. Я вижу, что у вас очень много единомышленников, или пока вас на данный момент в команде трое? Это вот волонтер. Пожалуйста, расскажите нам тоже о себе. Я начал с этими добрыми делами. 9 мая я создал группу. Uh-huh. У меня вначале было 10 человек. Своих друзей добавил, родственников добавил. Но в данный момент у меня в команде более 50 человек. Мы уже в городе помогли более 100 семьям. Uh-huh. Вначале было трудно, конечно. Вначале людей мало. Но
тоже помощь тоже оказали очень мало. Но после этого мы как начали делать добрые дела. Вот некоторые люди вот узнавали, например, когда раздавали хлеб, вот, тоже некоторые люди к нам присоединились, узнали про нас. Вот, в данный момент у нас 50 человек в команде. Ну вот вы постоянно, регулярно раздаете хлеб нуждающимся. Каждый по пятницам. По пятницам мы раздаем по 100 штук хлеба и даже иногда раздаем 500 штук хлеба. В двух-трех районах города. То есть мы проводим небольшой анализ ну, района. То есть в центре само собой как бы не раздашь. А мы вот совместную акцию проводили, получается, в районе Ремзавод. Мы раздали 500 буханок хлеба. Это наш первый и единственный пока совместный проект. Мы раздали хлеб. Ну, вот мы видим на фотографиях, вы еще какие-то проводите там анимационные какие-то программы для детей. Это 1 июня, это в День защиты детей. Вот мы в районе Шанрак подарили 40 детям там сладости и анимационные вот эти концерты. Все мы вот эти группы организовали. Вот. Ну вот можете тоже прокомментировать эту фотографию, да, по ходу. Мы в данный момент работаем с департаментом уголовной исполнительной системы вот, в городе Уральск. Вот, мы с этой с ДВД мы устраиваете совместные, да, какие-то мероприятия? Мероприятия там. Помогаем осужденным семьям с продуктами. И у нас... То есть у вас задача заключается не в том, не только в раздаче хлеба, но и в других, да, добрых делах. Спасибо. Я хочу сейчас призвать наших телезрителей быть активными, как всегда, звонить к нам по номеру 28-58-69, писать на номер WhatsApp 837-264-15. Ребята впервые сегодня в прямом эфире, у них, можно сказать, дебют, они очень сильно волнуются, поэтому ваша моральная поддержка им очень необходима. Будьте активными, наши дорогие телезрители. Александр, расскажите, пожалуйста, тоже, как вы присоединились к этой команде, почему вы тоже решили заняться именно съемками таких дел, скажем, добрых дел? Да, ну, в общем, я, в принципе, занимаюсь видеографией. Я снимаю разные видео, в основном рекламные и блогерские. И вот мы в июле познакомились с Тимуром. Он мне рассказал идеи на свой проект, у него уже были свои наработки, он сам пытался снимать видео с небольшой камерой. И он заинтересовал меня тем, что в работе над подобными видео я мог бы немного раскрыть себя, в том плане, что при создании видео я стараюсь рассказать историю через детали и небольшие сюжетные сцены, показывая быт людей и то, как они живут. У нас вот главные герои — это чаще всего семьи, многодетные семьи. И я стараюсь показать не только просто интервью, где они говорят на камеру о себе, но стараюсь передать атмосферу общую и эмоции. Там чаще всего дети, и вот в основном работают как бы с детьми, там, когда снимают. То есть вам нравится снимать больше детей? Да. Александр, очень интересно, сейчас вы обязательно продолжите. Давайте примем телефонный звонок. Алло, добрый день, вы в прямом эфире. Алло? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Елена. Очень приятно, Елена. Я многодетная мама, и вот хотела здесь Тимура вот просто сказать такое. Я Тимура узнала по добрым делам. Он в сентябре месяце помогал на 13-й школе, именно многодетным семьям, с покупкой спортивных костюмов. Это такой добрый, хороший человек. Просто хочу призвать всех жителей подписаться на его канал. Я подписалась на его YouTube-канал, подписалась в Instagram, и там сразу видно, какие добрые дела он делает. Хочу призвать наших жителей, чтобы тоже поактивнее подписались и приняли участие. Спасибо вам большое за теплые слова. Благодарим вас
за звонок. Ну и мы продолжаем нашу беседу. Конечно, очень приятно, когда поступают такие благодарные отзывы. Ну и, естественно, я думаю, что после нашей передачи подписчиков на вашем канале прибавится еще больше. Пусть наши люди, наше население узнает о том, что, вот есть такие добрые ребята, которые творят такие дела безвозмездно и тем самым подают пример и другим людям. На сегодняшний день сколько у вас подписчиков? Не так много? Вы говорили, что всего лишь 5 видео, если я не ошибаюсь, на вашем канале. У нас снято... Позже мы посмотрим одно из видео. Ну, на сегодняшний день у нас всего 5 видео. И около 3-4 недель мы пока сделали небольшую паузу. Ну, у нас проводились съемки, но пока техническая пауза. Но мы продолжаем. Мы никуда не уходим. Угу. На сегодняшний день у нас 183 подписчика на данный момент. Пока. Но это только начало. Пока только начало, за 2 месяца. Сами понимаете, YouTube — это такая площадка, это самая сложная реально из всех соцсетей. YouTube-канал — это, конечно. Да, по набиранию именно подписчиков. Именно начинающие блогеры всегда сталкиваются вот с такой проблемой, с набором первых 1000 подписчиков. Ну, будем работать. Конечно же, Александр, можете продолжить. Да, я хотел сказать, что там не прям совсем 2 месяца. Там, скорее всего, август, и видео почти выходило каждую неделю по одно там 10-минутное видео. Каждую неделю, думаю, в принципе, неплохой результат для начального. Ну и по качеству можете сами судить, когда увидят зрители, и вы тоже. А еще хотел сказать насчет того, что не только в Ютубе раскрутка идет, но и в Инстаграме. Часть рекламы, там небольшие тизеры к видео на Ютубе и фотоотчеты. Вот. И подписчиков, конечно, там больше в Инстаграме. Просто Ютуб такая площадка, что сейчас существует там, я не знаю, больше 10 лет. И сейчас начинающим блогерам очень тяжело раскручиваться без рекламы на подобных каналах с похожей тематикой. Александр, ну вот какие интересные моменты у вас были во время съемок? Вы говорите, что любите больше снимать детей. Именно еще, может быть, какие-то были непредсказуемые какие-то, да? Ну, непредсказуемых прям не было. Еще, не знаю, я стараюсь передать быт, показывая не только детей еще, но и самих героев, отрешенной такой камерой, стараясь передать естественное состояние человека не когда он смотрит напрямую вот так вот в камеру, а когда он настоящий, так сказать. Вот. Еще я показываю всякие детали внутри квартиры. В общем, вы сможете увидеть насчет интересных моментов. Это даже не знаю, честно говоря. В общем, мы стараемся к каждому проекту подходить очень качественно, не просто там отснял разный материал, но мы заранее, за неделю готовимся. Допустим, у нас обычно съемки в выходные проходят, мы всю неделю готовимся, обсуждаем каждый день на телефонных звонках, как мы будем проводить это все, мелкие детали какие-то. Мы даже звоним в эти семьи, допустим, для каких-либо там, для подготовки. В общем, мы стараемся подойти как к качественному фильму, реально, не просто мы... Очень много, так сказать, энергии в это влаживаем. Чаще всего Тимур готовит небольшой сценарий, только какие вопросы будет он задавать, а уже за структуру видео отвечаю, ну, непосредственно я. И еще хотел сказать вот спасибо Тимуру, что мы стараемся отойти от какой-то репортажной съемки, не просто ходить с камерой и снимать все, что попадается на глаза, а именно строить какую-то сюжетную линию в плане... Ну, стандартно показывать то, о чем говорит человек в данный момент в интервью, например. Более. Если они рассказывают о детях, то показываем небольшие сцены с детьми, то, как они с ними взаимодействуют, играют, проводят какое-то время. Вот. Более приближенно к художественному фильму, да. Стараемся. Вот, ну, такой документальный, скорее даже. Больше на качество будем, ну, стараемся работать, и чем на количество видео. То есть герои ваши — это обычные люди? Обычные люди в нашей области. Которым вы помогаете. Ну, естественно, свою лепту тоже вносит, конечно же, Арман, да? Да. У нас как волонтер. У нас в начале... Создание этих роликов, сюжетов. У нас в начале было 3000 подписчиков, когда мы только начали помогать. На данный момент у нас более 9000 подписчиков. У нас вот они... Из подписчиков у нас есть многодетная семья, которая
просит помощи у нас. Мы, естественно, помогаем, мы составляем список. По списку мы вот, помогаем всем семьям. Ну, давайте не будем томить наших телезрителей. Сейчас посмотрим одно из ваших видео, которое было снято в Подстёпном, да, если да, я не ошибаюсь, в поселке Подстёпном. Итак, внимание на экран. Всем привет! Сегодня мы снова возвращаемся к серии роликов о многодетных мамах. Главный герой сегодняшнего выпуска – Екатерина. Она является матерью 6 детей. Но обо всем этом мы будем начинать по порядку. Продолжаем нашу передачу «Куншлаг» в прямом эфире. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, поэтому вы можете дозвониться до нас, задать свои вопросы нашим гостям передачи 28-58-69 и номер WhatsApp 837-264-15. Будьте активными, дорогие друзья. И хотелось бы сейчас принять наш телефонный звонок. Алло, добрый день, вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас слышать. Представьтесь, как вас зовут, откуда вы звоните к нам? Я звоню из Уральска, меня зовут Айгуль. Очень приятно, Айгуль. Как ваше настроение? Да. Настроение очень хорошее, тем более сейчас вижу вашу передачу. Такие молодые парни, и столько от них, ну, не то чтобы позитива, но все-таки с таких мудрых вещей слушаешь, не от каждого взрослого мужчины такое можно услышать. А вы успели подписаться на их канал, Айгуль? Да, да, я и хочу сказать, что я являюсь и подписчицей в Инстаграме, и на Ютуб-канале. Он сам под меня подписался, Тимур, как тут увидел меня в соцсетях, я тоже потом увидела. Вот видите, подписка взаимная идет, молодец. Да, интересно очень стало. Да, действительно, такой очень хороший проект. Вы успели посмотреть и ролики их? Да, да. И вот у меня, конечно, первая мысль возникла, когда я увидела, Тимур поможет. Думаю, а кто же поможет Тимуру? Вот как вот он находит действительно, это же нам нужно вот, если заниматься такими добрыми делами, нужно какие-то иметь неограниченные ресурсы.
Вот как не только Тимур, но вот и парни, да, тоже занимаются таким. Арман, Александр, получается, да? Угу. Как вот они находят в себе ресурсы? Это же надо постоянно ходить. Ну, люди сами себе помочь не могут порой, да? Угу. А они, получается, и для себя находят силы, угу. и для людей. Угу. Чем они вдохновляются вообще? Такой вопрос у меня к ним. Угу. Спасибо вам, Айгуль, за ваш вопрос. Сейчас обязательно ребята ответят на него. Угу. Ну, спасибо большое, Айгуль, за вопрос, за такие теплые слова. Это, наверное, да, больная тема, да? Или как? Ну, так, я начну с того, что, да, больная тема, то, что финансовый вопрос, само собой, тем более в такой период, сами понимаете, период карантина, ну, почти каждого человека это тронуло, любой бизнес, и, в принципе, и меня тоже, как бы, коснулось. Но я стараюсь, как бы, двигаться положительно. И мне, если честно, ежедневно по 30-40 человек пишут каждый день о помощи, либо в Direct, либо в WhatsApp, там постоянно просят о помощи. Есть вещи помимо YouTube, я уже потихоньку превращаюсь и просто волонтера, и человека, который старается помочь, ко мне пишут там: «Тимур, помоги, пожалуйста», там элементарно там не хватает на хлеб, на молоко, там я бывает элементарно сколько есть, могу перевести. Есть вещи, которые не входят в кадры, и которые я не афиширую, даже никак не... не... Но тем не менее, вы же не можете всем помочь, правильно? Да, физически я не могу всем помочь, да. И хотелось бы, если найдутся такие люди, конечно, которые помогут моему проекту, я всегда за, я всегда уважаю таких людей. И у меня уже есть небольшое число, так сказать, постоянных спонсоров. Ну вот вы не пытались тоже объединиться с другими волонтерами? С кем вы еще сотрудничаете? С какими организациями? Нет. Проводите же какие-то совместные, да, тоже проекты? Ну, или вы только вот сами собой вот? Ну, у меня такой характер, вообще, как человека. Ну, я стараюсь как-то действовать индивидуально, сам по себе, и стараюсь ни с кем не объединяться, стараюсь сам в одного подняться до высот, так сказать. И, ну, не любитель командной работы. Ну, помимо основных вот операторов. Как говорят, один в поле не воин все-таки. Да. Тимур, да. Или достаточно той поддержки, которую вам оказывают? Небольшая поддержка есть. Ну, со временем, может быть, придем к такому выводу. Может быть, когда я вырасту. Когда достигнете, да, какого-то возможно, уровня. Возможно, буду нуждаться в какой-либо команде. Но сейчас пока мы, в принципе, сами справляемся. Спасибо, Александр. Что вы можете дополнить? Что вас вдохновляет все-таки? Не останавливаться на достигнутом, а дальше идти, несмотря ни на какие трудности, продолжать свои съемки. Кстати, вот последний, который мы просмотрели видео, можно тоже прокомментировать. Хорошо. Насчет, ну, в принципе, идея того, чтобы развить канал на YouTube, уже довольно-таки привлекательная в том плане, что это относительно сложная задача сейчас, как мы уже говорили. И что вдохновляет? Ну, мне, в принципе, просто вдохновляет то, что я... Занимаюсь любимым делом. Да, занимаюсь любимым делом. Вот. То есть и работа, и любимое дело. И насчет видео. На самом деле, не тот самый кусок, который я бы хотел показать на телевидении, но, в принципе, да. Что можно обсудить? Вначале вот вы видели первый кусок, это была закупка продуктов, которые, в принципе, Тимур потом в видео подарил, получается, этой семье. Это не единственная помощь, которую Тимур оказал этой семье. Как я знаю, он и до этого спонсировал. В принципе, в ходе видео там обсуждается это. Вот в дальнейшем, после этого, начинается интервью, где человек рассказывает о своих проблемах. Чаще всего это нехватка банально средств на пропитание и средств на какую-либо одежду для детей. Вот конкретно в этой семье, они живут в Постёпном, им подарили дом, и у них не хватает, у них 6 детей маленьких, там старшему где-то около 12 лет и младше. И им не хватает денег на банально одежду какую-то, осеннюю, зимнюю, на обувь и также на продукты. Также у них есть долги, и чаще всего это со всеми нашими героями так происходит, что им не хватает денег на еду, на продукты. И
они вводят себя все глубже и глубже в какие-то долговые ямы. И вот Тимур откликнулся на их проблемы и решил им помочь. Угу. Вот. Ну, у нас в группе спонсоров нету, но мы с группой делаем сбор. Если кто-то звонит, например, скажет нам, помогите, пожалуйста, но мы сбор делаем с командой. Вот. Один раз мы с Тимуром помогли одной школе. Тимур отдельно, я отдельно вот помогал. Вот, 13-я школа. Вот одна учительница сказала, вот Арман, есть такой человек, Тимур, творит такие добрые дела. Вот. Пообщайся с ним, может быть совместно работать. Mm-hmm. Вот Тимур позвонил, увидел его. Ну, мы провели небольшую встречу, встретились, mm-hmm. и как познакомились, появились новые совместные идеи какие-либо, mm-hmm. какие-то совместные мысли появились. И мы вот сейчас вместе работаем друг другу, отлично понимаем. Но бывают такие люди, которые звонят к вам и безвозмездно тоже, естественно, да, предлагают свою помощь, но при этом просят не афишировать, да, их имен, то есть дают вам какую-то там... помогать продуктами, может быть, деньгами, да, там, у меня, любую например, помощь. В команде, я же сказал, что у меня в команде есть 50 человек, например, у меня кроме 50 человек есть 10 человек, которые помогают там новыми обувями, там с магазина, там с продуктами тоже помогают. Один раз вот купит продукт и нам скажет, вот купил, отнесите, пожалуйста, кому необходимого. Вот, кроме 50 человек, у нас 10 человек вот, не хочет вот, зайти в группу, например, к нам, но они помогают, остаются uh-huh. в тени. Вот. Uh-huh. Без афиши, так сказать. Uh-huh. Спасибо. Вот такой вопрос от нашей телезрительницы. О чем чаще всего просят уральцы волонтеров? Uh-huh. Ну, так, основные проблемы, это, конечно, продукты питания. Uh-huh. Сейчас и до карантина Uh-huh. люди у нас жили, основная масса, если брать, не очень хорошо. Uh-huh. Ну, это печально, конечно, говорить, но... И плюс карантин повлиял на некоторые семьи. Uh-huh. И сейчас такая ситуация, что около 50% вот населения нашей области, ну, другие области я пока не брал анализы, но сейчас они находятся в очень тяжелой, плачевной ситуации, реально. И либо работы нет, либо детей очень много... Uh-huh. И реально они просят хотя бы продукты. И uh-huh. учитывая, что сейчас вот сентябрь, новый сезон, новая учебная пора, и многие классы перешли на дистанционное обучение. И, соответственно, это дополнительные траты. То есть просят, школы требуют закупить, допустим, какие-то гаджеты, телефоны, планшеты. Это тоже своего рода не дешевые вещи. Uh-huh. И как бы в этом тоже проблема. И в этом и заключается просьба uh-huh. наших вот людей, которым просят, допустим, купить гаджеты или что-либо. Мы как-то стараемся решать вопросы, но это мы пока ничего не афишировали. Конечно, мы помогали уже некоторым семьям. Но физически, конечно, я скажу, если все семьи я не смогу обеспечить гаджетами, реально. Ну, конечно же. А вообще в планах у вас что еще? Какие добрые дела? Может быть, какие-то проекты вы хотите? В планах у меня сейчас раскрутиться в городе, в области, затем перейти на область, какие-то междугородние поездки какие-либо, то есть командировки небольшие провести, возможно, там в Астану или какие-то другие города, которые нуждаются вот в помощи. Затем как мы полностью потихоньку раскрутимся по всему Казахстану, у меня в планах перейти уже на международный уровень, честно. Mm-hmm. У меня такой план. Я мечтаю вот от всего сердца полететь вот какую-либо страну в Африке. Вы сами понимаете, они живут еще хуже. Построить что-нибудь там для них существенное, это уже сделать свой вклад в историю. Построить там, скажем, колодец какой-либо для какого-либо племени, какого-либо поселка, скажем. Это вот реально мне это вдохновляет. Я это прям как ты мечтаю. Думаешь, сколько лет понадобится для того, чтобы осуществить свой план? Ну, пока вы раскрутитесь, пока. Ну, в течение года, думаю, раскрутимся в Казахстане, а потом перейдем. То есть уже через год у вас такие грандиозные планы. Планирую, Александра, да. И Армана берете с собой? Конечно, обязательно. Поедете в Африку.
Александр, как вы относитесь к такой идее? Глобальные, конечно, планы хорошие, но еще бы можно было бы... Снять там какой-нибудь ролик, видео в Африке. Замачиваю, это все звучит. Но я хотел бы сейчас сказать насчет ближайших планов видео. Мы, наверное, будем снимать не только про семьи, не только разбирать историю, но еще есть в планах, не знаю, получится ли осуществить этот ролик, снять немного про проблемы онкологии в городе. И еще у нас есть некоторые проекты. Вот следите за нами. Видите? Подписывайтесь на наш канал, да? Да, да. Следите за последними новостями. Спасибо. Я хочу сейчас задать такой вопрос от нашей телезрительницы, журналист Оксаны Дементьевской. Могут ли волонтеры помочь социологизации парня с аутичным поведением? С ним просто нужно пообщаться, прогуляться или взять с собой по делам на 1-2-3 раза, на 1-2 часа, 2-3 раза в неделю. Честно, абсолютно без вопросов. Никаких сложностей это не составит. Уделим время, конечно. Мы согласны. Угу. Пусть выходит на нас Оксана. Контакты у нас есть, в принципе, в соцсетях. Угу. То есть вы можете помочь и другим, да, детям, которые... Конечно, с радостью мы готовы помогать любым. Спасибо, спасибо большое. Сейчас мы прервемся буквально на несколько минут на музыкальную композицию, а далее мы продолжим нашу передачу. Оставайтесь на нашем канале. Келенді бірге билейе. Ай, ай, ай.
продолжаем нашу передачу «Куншлаг» в прямом эфире. До конца передачи у нас остается немного времени, поэтому вы еще успеваете дозвониться до нас, задать свои вопросы или пожелать нашим ребятам удачи, успехов в их, скажем, делах. Только-только они начали развивать свой канал на Ютубе, снимают добрые дела. Все это они действительно выражают вот такими, скажем, добрыми, теплыми откликами, отзывами со стороны наших жителей города, которые очень благодарны за то, что вы есть, за то, что существуете. И на самом деле на сегодняшний день, я так думаю, что вами оказано немало таких добрых дел, потому что сейчас об этом говорят фотографии, подтверждают, да, посмотрите, сколько вот таких трогательных моментов мы сейчас видим на фотографиях, на ваших видео. А вот скажите, пожалуйста, была ли какая-то семья, которая снята, да, вами на видео, которая больше всего вам запомнилась, может быть, тронула вас своей какой-то историей? Можете тоже рассказать нашим зрителям. В августе месяце, в начале августа, ко мне в директ в Инстаграме обратилась одна девушка. Ее зовут Анастасия. И она написала большое предложение, большой текст, то, что она нуждается в помощи. Чуть ли не до слез, там очень была трогательная ситуация. То, что у нее двое детей, и она является матерью-одиночкой, и она живет в общежитии, и у нее сейчас сложная ситуация. То есть ее выгоняют с общежития за неуплату. Я сразу же откликаюсь, звоню ей, договариваемся, решаем вопрос. Я приезжаю к ней, и я сразу же оплачиваю ей за проживание. Первый месяц 30 тысяч, то есть там, ну, вышло так. И затем мы более хорошо разговаривали с ними, я помог им продуктами. Затем мы обсудили вопрос о возможном, ну, снятии ролика. И мы договорились, сняли ролик наш, рассказали о том, как они живут в общежитии. Затем настало время, когда они уже захотели съезжать с общежития. И, и затем я им помог с проживанием на дачном участке тоже. Сейчас они живут на своем дачном участке. То есть снимают? Пока снимают, но в перспективе планируем им выкупить этот участок, то есть мы уже полностью раскрыли уже картину, уже вы видите своими глазами то, что я, конечно, это видео не записал, хотя мог, но в данный момент они, по сути, счастливы, они выражают мне постоянно слова благодарности, то, что мы реально изменили их жизнь. Ну, в принципе, Александр может добавить по технической части. То, что понравилось в истории с Анастасией, что она была очень искренне и открыта, и было видно, что она в действительности нуждается в помощи, потому что там двое маленьких детей, одному около 3 лет, другому 2 года. И то есть это одинокая женщина с двумя детьми? Одинокая женщина с двумя детьми. И что больше всего поразило, когда мы пришли на съемки, Тимур там был, а я не был. Мы поднялись в общежитие, которое находится где-то на Школьнике, и зашли в комнату. Я сначала не понял, что это, в принципе, вся жилая площадь, потому что там жилая площадь где-то 12 квадратов. 12 квадратов всего. И кухня отдельно, ванна отдельно, все было отдельно. И это была, вот, я не знаю, как вот эта студия, даже поменьше, наверное, не вот меньше, от стены до дивана. Комната, где все было по углам обставлено, не было ни кровати, ни дивана, ничего, они спали на полу. И также про отдельную кухню, где тоже ничего не было. То есть там пустые пространства были, какой-то холодильник стоял, и телевизор, и все. И вот это поразило, конечно, что, в принципе, в Уральске до сих пор кто-то так плохо живет, и что, в принципе, нас побудило еще больше помочь. Очень плачевная ситуация, даже вот когда там бываешь в этом общежитии. Там и балконы очень низкие, там что опасно для детей, само собой. Вот, любой ребенок может выпасть. Там и те самые балконы уже по бокам уже сыпятся, допустим. Уже потихоньку, конечно, печально это говорить, но
боюсь, что, не дай бог, конечно, но могут быть более плачевные последствия. То есть вы вовремя оказались? Вовремя, да, мы оказались. Поддержали Анастасию в такой трудной ситуации. Да, мы, по сути, если честно, мы изменили ее жизнь, как бы это ни звучало, но... Я думаю, что она будет всю жизнь вам благодарна, и в том числе ее маленькие дети. По сей день она выражает благодарность. Спасибо. Здесь сейчас тоже поступило сообщение такого характера. Не каждый сможет, отбросив свои дела и потребности в стороны, прийти на помощь тому, кто нуждается. Быть добровольцем может только по-настоящему добрый и отзывчивый человек, как наши уважаемые гости. Большое вам спасибо за ваши добрые сердца. Дамир написал такое сообщение. Следующее сообщение от Зарины. Сегодня я хочу сказать спасибо вам за тот вклад в развитие нашего общества, который вы сделали и помогаете именно своими добрыми делами и поступками людям, нуждающимся людям. Спасибо за ваше стремление сделать мир лучше и добрее. Спасибо, дорогие телезрители, также за ваши теплые искренние пожелания. Ну и в заключение ваши пожелания всем нашим телезрителям. У нас остается буквально 3 минуты до окончания эфира. Ну, дорогие зрители, дорогие уральцы, от всего сердца я, конечно, желаю быть добрыми, не забывать, что не только вы одни, и не только есть вы и ваша семья, и ваше окружение. Есть люди, которые находятся в очень тяжелой ситуации жизненной, постараться помогать друг другу. И, как говорят в народе сейчас, модно создавать челленджи, какие-либо там друг другу посылы. И давайте вот создадим такой вот популярный, модный челлендж, делать доброе дело, помогать друг другу. Скажем, я помогу, кто-то увидит другого. Как эстафета, да? Да, эстафета. Я помогу одному человеку, допустим, одной бабушке, пусть кто-то увидит там. И сделать то же самое. В принципе, город у нас маленький, думаю, быстро все разойдется. И пусть будет город у нас такой, с такой репутацией добрый. Спасибо, Тимур. У нас смысл такого челленджа. Вот, мы раздаем вот каждую неделю хлеб. Вот это вот, как челлендж мы отправили город Аксай вот, на благотворительный фонд. Вот они приняли от нас. И вот в Аксай у нас в данный момент 4 благотворительные команды у нас раздает хлеба, так же, как мы. Вот, это хороший тоже поступок. Это очень хорошая идея. Да. Спасибо. Александр. Ну, в принципе, ребята уже все сказали. Единственное, что хочу сказать, чтобы люди не были черствыми, злыми и эгоистичными, и больше старались направить себя и окружающих тоже в какую-то положительную стезю, я не знаю, как-то набраться энергии, смелости, помочь и думать не только о себе, но и о окружающих людях. Вот. А я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам за то, что выделили время, пришли сегодня к нам в студию, вдохновили наших телезрителей также на добрые дела. Хочется пожелать вам только осуществления всех ваших идей и планов, чтобы все ваши проекты обязательно реализовались, и, конечно же, ваши мечты осуществились. Ну и, конечно, дерзайте, творите, идите дальше вперед. Спасибо вам еще раз за ваши добрые сердца, и пусть на вашем пути встречаются такие же отзывчивые люди, как вы сами. И вам, конечно, спасибо, да, Лаура, за приглашение. Очень приятно, честно, от всего сердца. Взаимно. А на что вы готовы ради того, чтобы безвозмездно и не ожидая слов благодарности помочь чужим людям? Я думаю, что сегодняшняя наша передача с нашими гостями послужила для вас примером или источником вдохновения для добрых дел. До свидания и до новых встреч.